28 июня в России началось масштабное голосование за дизайн будущих банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Два этапа голосования уже позади, и Казань вошла в десятку самых популярных городов, а КФУ и Казанский Кремль стали символами города. Остался последний и самый напряженный этап голосования. Каждый день вперед вырывается то один, то другой город. Казань уже занимала первую строчку в голосовании, но сейчас теряет свои позиции. Однако горожане, а также жители всего Татарстана, известные личности страны, не прекращают поддерживать Казань разнообразными способами. Самым громким мероприятием был фестиваль «200 Казань», когда на Кремлевской набережной состоялось грандиозное шоу с выступлением КВНчиков, байкеров, массовым запуском воздушных шаров в небо и салютом. В городах Татарстана проводятся масштабные флешмобы с построением фигуры 200. Студенты КФУ заполонили соцсети фотографиями с банкнотами. В день открытых дверей Центробанка активисты провели настоящую концертную программу в поддержку казанских символов. Выступали фокусники, саксофонисты провели даже барабанное шоу. В этот же день банкнота с изображением Кремля побывала на самой высокой точке России и Европы на горе Эльбрус. Такие известные личности, как британский каскадер Терри Грант и певица Максим Алексей Воробьев, поддерживают Казань фотографиями и комментариями на своих официальных пабликах. Участвует и в финальном этапе отбора, голосуй за любимые символы. Окончательные итоги будут подведены 7 октября в прямом эфире телеканала «Россия-1».